Всем доброго времени суток, это Gadget X. Китайская компания Alcatel тщательно изучает вопросы аудитории, однако иногда подобные исследования вредят фирме. Популярность великолепного Apple iPhone X и Huawei Mate 10 побудила разработчика создать более доступного конкурента бестселлерам. Однако излишняя схожесть новинки с хитами вряд ли пойдет ей на пользу. Дизайн передней и задней панели практически полностью скопирован с вышеуказанных моделей смартфонов. У окружающих может сложиться мнение о покупке вами подделки известного девайса. Alcatel U18 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с нестандартным разрешением 1512 на 720 пикселей и аккумулятором емкостью на 4000 мАч. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T, работающий на тактовой частоте 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенного накопителя 64 ГБ. Имеется поддержка карт формата microSD до 128 ГБ. Основная камера обладает 16-мегапиксельным сенсором от Sony EMX135 и дополнительным модулем на 5 мегапикселей для съемки с эффектом боке. Фронтальная камера представлена 13-мегапиксельным сенсором. Работает смартфон под управлением Android 7.0 Nougat. Также стоит отметить возможность использования двух сим-карт, поддержку 4G LTE и наличие сканера отпечатка пальцев. На видео производитель показал сам смартфон и работу основных функций, в том числе разблокировку с помощью сканирования лиц, управления жестами и различные режимы съемки. Новый Alcatel U18 можно будет предзаказать уже с 29 января. Смартфон доступен в черном и золотом цветах. Ориентировочная стоимость составляет порядка $180.